Я помню чудное мгновенье. Друзья, всем доброе утро. Сегодня у нас 21 число, а то есть января. И сегодня мы пробежим 47-й традиционный легкоатлетический пробег Пулково-Пушкин. Сегодня у нас будет 10 километров. Погода снежная, на улице около минус 8. Регистрация идет уже полным ходом. Мой стартовый номер уже получен. Он под номером 1778. Сейчас идем, переодеваемся, здороваемся со всеми, кого еще не видели, и ждем уже отправления автобусов на место старта. Начинается суета, все грузятся по автобусам. Сейчас нас повезут на место старта, автобусов очень много. Все уже готовятся заселяться в автобусы, чтобы стартануть. А пока еще есть время сделать разминочку. И народ эту возможность не упускает, чтобы не пришлось разбегаться на дистанции. Прибыли на старт. Ребята сзади там сказки какие-то рассказывали всю дорогу. Мотивировали, да, кровавые сказки. Сейчас мы пойдем на улицу, где холодно. Никто не хочет выходить с автобуса. Все сидят, греются до последнего. Потому что поморозится у всех. Йоу! В общем, все уже строятся на старте, остается буквально 4 минуты до старта. Всем привет! Все на позитиве, пытаются немножечко согреться. У всех дыхание такое спёртое от холода. Сам замерз уже, так что сейчас устраиваемся в стартовую шеренгу. И буквально уже через 3 минуты у нас будет старт. Все, финиш достигнут. Витя,
10 километров прошли на одном дыхании. Ребята сейчас добегают. Сейчас пойдем встречать их на дистанции. В общем, йорковцы пробежали десяточку. Смотри, веселые. Вроде с хорошим результатом. Идем, нам тепло. Да, Шулити там замоталась шарфами. Не вымораживает тепло. Не хочет разговаривать, чтобы не терять энергию. Ну, в принципе, все. Всем привет.